Number. Да, пейзажи, однако. Это, наверное, скорее всего, с того отеля, я так думаю. Я видео снимаю. Так сказать... Да нет, гужевой транспорт тут, это... Гужевой транспорт в данной стране уже превалирует. Нас очень сильно пытались агитировать, занять повозку. Просто преследование какое-то, очень, так скажем, навязчивое. Кучера. Машина типа времен, не знаю, войны. Какой-то. Середины 20 века. Какая прелесть. Ну вот, собственно, живой транспорт. Зеленый район. Можно так сказать. Все цветет и пахнет. То, что пахнет, это уж точно. Мы сейчас только что были в магазине, где я нюхала всякие парфюмы. Мне уже плохо. Это слишком пахнет. Только выйдешь за пару. Ну, тут разъезжать вот на таких старых мопедах считается верхом шика. Вот. Машин тут мало. Разъезжают в основном только такси. Ну вот, видите, опять на мопеде поехал. Вот.